Меня зовут Майлз Моралес. Я единственный Человек-паук в Бруклине. И у меня все зашибись. О да, ты задержался. Ладно, проехали. Проехали? Да. Проехали? А ты у нас корова или далматин? Я пятно. Это не смешно. Не, не делай так. У Майлза неплохие оценки. Пятерка по физике. Я так им горжусь. И четверка по испанскому. Что? Майлз, хочешь, ты что это себе позволяешь? Мне пора. Пока. Он вас обманывает. Вы сами знаете. Майлз, прошвырнемся. О, Гвен? Подожди-ка, это команда Стэна Ли с лучшими людьми-пауками? У нас новенький. Это невероятно. Это Лобби. Микель О'Хара. Это все его идея. А как мне к вам присоединиться? Тебе не стать одним из нас. И это я еще не вспомнил Доктора Стрэнджа и маленького задрота с Земли. 1-9-9-9-9-9. Ладно тебе, не наседай на пацана. У него был ужасный учитель. Питер! Майлз! Мэйдэй! У тебя дочка? У меня дочка. Я больше не могу, я больше не могу. Дальше я сам. Майлз, Человек-паук должен уметь жертвовать. У тебя есть выбор. Спасти одного человека или спасти каждый мир. Отправь меня домой. И я не могу. Я спасу всех! Человек-паук всегда! Не всегда. А как же дядя Бен? Если бы не дядя Бен, многих из нас тут не было бы. Ты не можешь убегать вечно! Я не могу потерять еще одного друга. Мигель, мы об этом не договаривались. Ты знал? Ты просто не понимаешь, что творишь! Все указывают мне, что я должен делать дальше. Не, я сделаю по-своему. Остановить Человека-паука. Тебя? Меня? Тебя? Меня? Тебя? Ну, а тебя? Может, тебя? Я взглянул на дядю. Дайте угадаю, он умер? Хэдсаунд, поддержите!